Друзья, всем привет! Освежаем в памяти работу на шее, когда не используется кимоно, а используются просто захваты. Партнер ложится, и мне надо отработать его шею. Изначальное положение часто бывает вот такое. И рука вот здесь. Так же, как в одном из роликов мы говорили, рука вот не так тащит, а она вот таким образом ложится. Вот таким образом. Только локоть заводится вот сюда. И получается такая работа. Там плечико лучше выключить, потому что если у него рука работает, вот здесь, он меня оттолкнет, толкнет, и может не получиться. Поэтому ногой убираю плечо, обездвиживаю немножко, прижался, забираю захват, вот такой, и отсюда первым прижимаю к себе голову, чтобы немножко больно ему было, чтобы она не свободная была, да. И потом локоть убираю за его левое ухо. Вот сюда. И отсюда опять же левая рука тащит, прижимаюсь и прорабатываю. Пришел, отключил, рука уже готова. Раз, вот туда. И вот такое удушение. Здесь то же самое, правильное положение рук. Рука, и локоть заходит за его левое ухо. Если мы работаем со стороны правого уха захват, то локоть заходит со стороны левого уха и стремится прижаться к ковру. Ну, вот такой нюансик. Все, спасибо.